Metal Head, в этом выпуске я расскажу о своем проекте Jerome God One Man Project с альбомом 1666 год в стиле Metal Head. Подписывайся на мой канал, переходи по ссылочкам, которые внизу под этим роликом. Смотри, прямо сейчас будет много чего интересного. Твой полученной серии Metal TV. Сегодня я расскажу о своем проекте Angel of God. Альбоме 1666 год. Значит так. Этот альбом. Сейчас мы перейдем по-другому. Значит так, вот полваночка моя. Немножко уже поцарапанная, правда. Вот, блин, там тех лет, 90-х годов. Это Матрица, тут два альбома. 1666 год, три даже. 1666 год и День гнева и Месть трупов. Revenge of the Corpse. Corpses, да. Так, значит, мы сделаем так. Я вот сегодня в своей группе Angel of God написал: салют, Metalhead! Сегодня 23 августа, с праздником! Сегодня еще и день города, в котором я родился и живу. Это Харьков. Да, кстати, можешь поздравить меня с праздником. Но несмотря на такие события, сегодня я начну ролик, посвященный альбому 1666 год. И сварганил я его в далеком 95 году. Вдохновлялся такими группами, как Decide, Morbid Angel, Suffocation, Broken Hope, Impeja, Massacre, My God, Bolt Rover, Terrorizer, Carcass. Ну, другие потом буду писать, потому что у меня там групп много, я это слушал. Вот. Но смог я полноценно записать лишь в 99 году, сам на всех инструментах и сам вокалил. Вот. Более подробно я расскажу в своем выпуске. Вот я сейчас и рассказываю. Значит так. Этот альбом я записывал с помощью Metal Zone. Боссовская примочка. Это самый, как его, боссовский исказитель звука. И Zoom 505. И с помощью гитары и Ibanez, по-моему, да. Или Джексон и Ibanez. Она у меня сейчас здесь поет. Все, Юрия Бабкина. Мастеровая. Струны я использовал. Рычащая собака, американские, офигенные дорогие струны. Играл я тогда на восьмерке. И в строй ми. Это строй ми. Еще, ну, в нормальном строе, да, можно сказать так. Без всяких опущенных. Сейчас я в ре играю, да. А то было в ми. В 90-х годах я все писал в ми. И в начале 2000-х до 2007 года я все писал в ми. А потом уже начал си, по-моему, потом в до, а потом уже перешел в ре, а в ля еще писал, да, в 2007 году. Вот, значит так, это играл я тут сам на всех инструментах, тексты, обложку это я взял с какого-то там, не помню, какой-то фрески. 1666 года, когда были эти пожары, холера, там чума была, короче, блин. Вот, это вот такое, вот так вот оно выглядит. Раньше первопресс был только такой вот, на обычной бумаге, ну, на глянцевой. Сейчас такой бумаги уже нет, я рассказывал в прошлом выпуске. Вот, вот так раньше выглядел первопресс. А тут было от руки написано сзади номер копии, да. Все копии проданы, ничего мне не осталось с тех времен. Подарены, разобраны всякими шлюшками, которые у меня тут тусили в моей хате, когда я приводил сюда кучу девок. Вот. Ну, а это уже 2020 год. Ну, девок я приводил в начале 2000-х годов, да.
Вот, когда начал, когда разошелся, так сказать, со своей женой и, так сказать, не знаю, ну, женой, как привычка. Вот, и начал блудом заниматься, девок водить, короче. У меня тут столько их было, что... Вот. А это уже 2020 год. Переиздание, да, вот на глянце, вот так вот выглядит, тексты вот все есть. Тут, короче, все написано, что и как. Раньше кликуха у меня была Макс. Ой, хуй, я себе кликуху сделал, ну, недавно, несколько лет назад, в 2016 или 2015 году, да. Когда проект организовал, Warhol, да, One Man Project, да. Вот. Вот, значит, так, использовал я Tascam, микрофон Philips, по-моему, в данном альбоме, бас какой-то, не помню, Роден, по-моему, блин. Ну, я покупал струны Додарио. Струны Додарио покупал, ставил туда. Вот. Вот такое оборудование использовал, да. Ну, получился мульт. А, и там машину Олеся сдал, потому что на барабанах я играть тогда вообще не умел. Что-то пытался там в каком-то году, не помню. Ходил к преподавателю, но была лень, короче, девки, тёлки, блин, бухло. Ну, короче, да. Барабанами я начал заниматься, уже ходить. Ну, тоже другая история, потом я сказал так. Так вот, значит так. Вот мы возвращаемся опять к моему тексту сегодняшнему написанному 58 хвилин тому. Значит так, вот, значит, я рассказал. Вот сейчас о выпуске, и теперь этот релиз продавали на лотках и в киосках фирмы Лира. Была такая, раньше Коловорота не было, и Динамо еще не было, были киоски. Около синагоги, я помню, там была Лира, киоск. Вот, и еще были напротив Дворца Труда, были киоск, был такой маленький, около дерева, помню, да. Или два их там было, не помню уже. Вот, Освич Рекордс. Напомню, самым ходовым альбомом был «Тысяча одна смерть», а самым малопродаваемым – «Дисгармония». Ну, «Авангард», «Black Death Metal» не очень-то кто-то у нас тут любил. После завершения условий договора, ля-ля-ля, я снова реализовывал свои релизы сам на кассетах. Вот, этот альбом был выпущен в 2017 году на «Кульминис Рекордс». Продолжительность этого альбома 28 минут 53 секунды. И перед этим была выпущена кассета на Vibrational Records под каталожным номером VHR-437. У меня есть все авторские кассеты и диски из этих лейблов. Кое-что было в двух экземплярах, оставил я себе по одному, остальные продал и поменялся с другими музыкантами на их релизы. Да, было такое. Потом я еще эти кассеты... Ну, тоже потом. У Мирошниченко на дистрибьюцию отсылал. Сегодня я представляю допечатку под каталожным номером MR-013 на двустороннем цветном принте. Вот, ну, это уже рассказал. Да, по 50 гривен я продаю. И ограниченным тиражом 20 копий. 20 экземпляров. Цену я снизил в связи с плохим материальным положением у людей из-за кризиса. Мое преимущество, я автор, и мне не нужны накрутки на оплату персонала и аренды помещения, как в магазинах. Ну, сами понимаете, там же цены такие накручивают, потому что там надо за свет платить, зарплату платить надо, и за воду там платить. Короче, все там надо, и налоги платить надо. Это ж такое дело, блин, да. Ну вот, да. Вот так вот. Такая история этого альбома. То есть, ну, я уже показывал в прошлых роликах. Сейчас, кстати, вот, да. Достал, а то забыл. Вот это самое объявление было такое. Это новая харьковская студийная группа Edge of God. Ну, группа, это One Man Project, я тогда не знал, что это такое. Вообще, я, можно сказать, самый первый на Украине One Man Project, да.
То есть вот есть такой Дэн Свана известный, шведский. У него такие проекты есть известные, как Edge of Sanity, да. И куча других дэзовых проектов и всяких других, да. А я вот, можно сказать, самый первый на Украине, наверное, скорее всего, я самый первый. One Man Project, да. Вот, а меня никто не знает. Ну, как такое может быть? Это вот эти чуваки там фильм, гапоны всякие поснимали фильмы, блин. Симоненки всякие поснимали фильмы, типа, обо мне ничего не сказали, написали в книжке, что типа между молотом наковальни, что была такая группа Torn Apart. А эти проекты как-то. Это то же самое, что человек произошел от обезьяны, блин, и какие-то звенья, блин, не ушли. Вот такая вот у них, блядь, история, нахуй. А я как же, ёпта, я главное веха, блядь, нахуй. В создании андеграунда украинского, блядь, нахуй. И обо мне нихуя только нормального ничего не сказали. Да я, блядь, самый главный пуп земли, нахуй, должен быть. Там тут, сука, нахуй, нахуй превознесли, кажу. Они, блядь, самые главные, нахуй, блядь, ебаные. Вот, такие дела, например. Вот так, вот такие села, вот, да, вот. А я ведь запечатал в 90-х годах, а потом 90-х, потом уже, конечно, по вот этим много лет, сейчас оно уже хаос, конечно, можно уже, сука. Фения у меня. Ну тут, конечно, хуй деть. Мы раньше, ну, зрели нормальным глазом можно. Прямой, кстати, вот я выставлял. Самое это. И как я вставлял на зуб. Это 105-м. Один это я выставил. На этом. На плюс я летал в зоне. Верно. Вот тоже звук, наверное. Я не помню. Тут все эти не есть. Вот эти. Теперь тут есть и дальше проекты другие мои. Чтоб им. Что-то это все, да, вот тут, кстати, да. Вот. Ну вот. Думаю, тебе было интересно. Подписывайся на мой канал, будешь в курсе, что есть такой человек, и он живой, с ним все в порядке. Вот Макс Рекас, это мне делал Влад. Художник, вот это делал Влад художник, логотип рисовал Влад художник, да, вот это все делал Влад художник, лейбл я взял на Сич Рекордс, это самое, и сделали вот решение их вот такую афишу, она висела на дереве, прямо вот помню, около Лира там, да, ну, наша публика харьковская, понятно, что не совсем адекватно воспринимала данный проект, но в других городах Украины меня очень ценили, любили и даже хотели писаться у меня на студии, на что я всем отказывал, потому что у меня своих проектов полно, и у меня тут условий нету таких, и у меня дом не проходной двор, как бы особо. Вот. Но это уже потом расскажу. С кем, кто, как, это уже позже будет. Ну все, подписывайся на мой канал. Поздравляю меня с праздником. Сегодня дата 3 августа 2020 года. Ехал Макс, ехал. Желаю тебе успехов. Подписывайся на мои. Кстати, хочу подписываться на еще забыл. Группы. Знаете, вот. Вот. Выставлен в 2011 году. Кульмин. Вот у нас графия использована. Вот я использовал, не нашел, использовал фото в 2000 году, я вот вызывал стрижка был дипом скажут, она экспорт был флаг на камуфлированный, который я покупал в 2007 году, я хожу каждый, кстати, в 2000 сейчас не дебилы называют меня евреем за некоторые, я хожу в евреям какие-то. И это не ваш камуфляж, блядь, это противные штрески, блядь, дебилы, блядь, это ты, сука. Вот, они дебилы, блядь, ебанутые. Поэтому, эта фотка, я хуй. Ну вот, по некоторых, это, что, типа, и правда, что я водитель, и все такое. У дебил, это ничего, блядь, эффект. Вот, на есть такой, алкоголь. Они почему-то написали, что это ЕП, как альбом, ЕП, если это его полноценный альбом, да. Какой-то. У меня осталась NL, моя One Man копия, так я, блядь, одна такая вот есть. Человек, сказать, от один, человек, ля-ля-ля, суду 8, раз стоит у человека. Ну, евро, у меня, да, здание тоже, да. У меня
будет если переиздавать, классно, на диске. Так, еще... вот на кассете. Перед кульминистрией, да, я сначала дал вот на кассете. И как... вот на кассете я сначала издавался. Значит, на депрессивную, мне кажется, да, вот. Жены. Вот. И вступаю в купу. Вот тут час назад и уже прошло. Вот уже 20 человек тут есть участников. Вот, обо мне, то есть ничего не сказали, как бы некрасиво. Темки, конечно, бы чуть. Кстати, да, я пропустил тут, значит, я, получается, дизачемонию. В 92-м году создал это. Тут я рассказывал в прошлом выпуске, это тот альбом, который я подарил нимфоманке, да. А рассказывал я потом о двух миньонах. Ну и переехал на альбоме, так сказать. В 95-м году я его как бы, да, God's Angel и Master of Disharmonia, да, вот. И кремация души, да, вот. А теперь вот 1666 год, дальше будет День гнева. 96-го года я расскажу об этом альбоме. Купить мои все кассеты, аудиодиски и в формате Wave можно легко. Пиши мне на мою страничку на Фейсбуке, вот она, Максим Вехов Ворхол. Вот, пиши в личные сообщения, я тебе предоставлю в ознакомительных целях промо-запись, послушаешь, и потом скину номер карточки, и могу любую точку мира отослать тебе, ну, на физических носителях, это уже за твой, за так сказать, за плату получателя, либо в формате Wave через интернет, через почту, короче, через фалообменники бесплатные есть, вот. Короче, таким образом я работаю, да. Вот тут есть дискография, подписывайся вот на мой плейлист, на моем авторском канале, Джиогат, вот, тут самый лучший альбом я выставил сюда. Ну, все. Некоторые кассеты я выставил на продажу. Вот, Инцест, Час Расплаты, Кигевальд, Someday Will Die, Torn Apart, Angel of God, вот Дисгармония. Вот, Torn Apart, три альбома. Angel of God, Ненависть. Ну и все. Пока так. Все, подписывайся на мой канал. Ставим лайки, вступаем в группу, покупаем мои релизы. Вот, можем и обменяться, если ты музыкант, можем обменяться с тобой на твои именно релизы, вот. Вот, кстати, да, вот тут у меня вот есть эти альбомы, вот, 1606 год, 6-й год, можешь прослушать его, да. Ну, все. Пока-пока.